Локоть держи, эй! Мате! Итак, сейчас приготовились. Первый номер делаем утверждение на равновесие, потом раз, два и три. То есть контратака, контратака, контратака. Приготовились. Так. Кто делает приведение? Андрей? Да. Так, где руки должны быть? Саша, руки где нужны? Вот так. За туловище. Кто делает контрприем, держит на туловище руки. Снизу. Приготовились, качаны. Ложи. Раз. Ну, Саша, переворот. Саша, блин. Аккуратно там не ударить. Ну, Саша. Оп, ушел Миша, ушли оттуда туда. Что сидите, делайте? Что у вас, прием нет, что ли? Что вы остановили? Переворачивай его, делай удержание. Катерина, руки снизу. Толкни его в одну сторону, переверни в другую. Удержание! Теперь ты делай. Хорошо, стоп. Мате. Теперь следующее. В зависимости от того, где ваша рука находится, от этого зависит и ваш уход. Пошли.
Хорошо. Мате. А теперь для особо одаренных пацанов. Иди сюда, да? Кто-то? Кто грамм ко мне летал? Значит, если он меня берет, захват. Моя рука сверху. Сейчас только делайте два движения. Вот он делает, делает, выведите. Вот он делает, выведите. Смотрите, раз. Два. И двигайтесь. И я покажу дышать. Моя рука сверху. Поэтому я и делаю этот переворот. Уход. Вот этот прием. Если моя рука снизу, то я его через руки надо буду делать. Еще раз. Так. Делаешь медленно. Вот. Посмотрите, рука. Я что делаю? Слегка и руку. И поймать. Посмотри, внимание. Берешь отсюда, делаешь введение, стоишь вот там. Че ты так стоишь? Ты же должен садиться, как бы на удержание. Взял я его тут. Раз. Нет, я упал. Чуть-чуть позже. Чуть-чуть надо сопротивляться, чтобы было. Руку не забудешь в тот сторону. Раз. Оп, видите? Дикий, крутись, хоп, и перешел. Вот и исход на прием. Вам делают введение в партию. А вы говорите только ему спасибо. Уходите, делайте бежать. Сначала он меня выводит, я перехожу на это удержание. А потом, наоборот, меняемся. Пошли. Как мяч? Стоп! Пацаны, стоп!
наклоняйте на живот, поворачивай. На живот, Лили. На живот. Аккуратно руку. Так ты держи его за шею. Ну так поворачивайся на живот. Аккуратно. А что не чувствуешь в руках, как в локте? Если все, подержал 2-3 секунды, отпустил. На живот. Нет, Андрей, стоп, стоп, еще раз. Зачем ты поднимаешься? Сейчас твоя задача, поворачивайся к нему, на живот. Поворачивайся к нему, на живот. Поворачивайся, поворачивайся, поворачивайся. Да. Не надо руку поднимать, просто поворачивайся, убирай руку. Вот. Я вот. Выведение за равновесие и на удержание.
нападаешь, а потом на Дрюка нападает. У нас тоже по очереди. Раз, два, три. Денис, Мате, поменялись. Ты второй нападаешь. Миша, Мате. Мишенька, Мате, уйдите туда дальше. Стоп! Стоп! Денис, вы перейдите туда. Вы вдвоем перейдите сюда. А вы перейдите сюда. Вот у каждого свой перелет. Сели на колени и стараемся сейчас. Все работает. Один нападает, один защищает. Да, это не полную силу. Бабушки и дедушки, 50 лет этот, у кого сердце был, инфаркт миокарда.
Вот они за тренировку сбрасывали 300-400 килограмм. Что они делали? Называется Керенкур. Они ходили в долине Рос, как раз там рядышком. И они делали. У меня специальная программа была, я их контролировал. Пульс, давление, все. И они ходили 300-400 грамм. Это люди после инфаркта миокарда. А вы 400 грамм 500 скинули. Эй, пацаны, о чем это говорит? О том, что это не работа. Вам нужно идти в санаторий лечиться. Нет, после тренировки не скинул. Мы тренировались. Сборная Союза так. Пришел, все взвешиваются. Ушли, все взвешиваются. И тренер сразу видит, кто работал, кто не работал. Он не говорит, он тебя отчисляет из сборной, до свидания. 2-2,5 килограмма это средняя нагрузка. У вас, посмотрите, я выходил, я средний борец, мастер спорта, там пару раз чемпионом республики был. Я выходил, у меня куртка мокрая была. А у вас? Она на вас высыхает. Вы не работаете. Вот в чем вопрос. То есть у вас нет интенсивности. У вас есть тренировка. Вам даешь чуть-чуть интенсивность. Вы умираете сразу. Не даешь. Смотреть тяжело. Так. Вот все ошибки, которые я здесь говорю, вы все повторяете на соревнованиях. Вот все. И меня еще другое убивает. Еще раз. Если я ваш тренер, то прислушивайтесь ко мне сначала. У меня есть, ну, Тома, он за 4 года ни одного приема не проиграл. Ни одного приема не проиграл. Коки не было. То есть не то, что в Азаре, там было Юка Кока, Коки не было. Сколько он боролся, у него, он Коку не проиграл. Коку не проиграл. Это первое. Второе. Кондрат Ломков. Третье место по самбо на мире. Драгунов Михаил. Второе место на чемпионате Европы по самбо. Ломков третьим был по самбо. Дальше Кожухарь, пятое место на чемпионате мира по самбо. Диана Тонун, два раза третья. Маричика, два раза третья. Что? Два раза призер Европы по борьбе самбо. Мирча и другие пацаны, которые хорошо выступают. Выслушайте всех друзей своих, других кого, у которых никого ничего нет. Вот нет и убивают. Вот насчет Тома, насчет Мирчи. Мирчи сказал, он сделал. Мирчи сказал, Тоби сказал, он сделал. Все, есть результат. Если я не знаю, я честно скажу, я не знаю. Давай спросим вот у этого человека, он знает лучше меня. Нет, вы всех слушаете, кроме тренера. Что вы получаете в конце концов? А ничего не получаете. Встали в стойку. Сейчас вы согреетесь у меня. Влад. 13-го республика. По самбо. А можно поезд, пожалуйста? На. Да, дай вот. Да. Макс едет сегодня точно площадка. Грудь бегаешь? Итак, бросок через бедро.
другую сторону. Приготовили. Мельница. Уно. Стоп.
что отдых – это жопа. Если ты отдыхаешь, ты силы уходишь. А если ты ходишь, смотришь, двигаешься, кто твой друг? Больной крестьян? Спина разболела. Нет, что-то болит. Месячный. Да. Да? А ты знаешь, что месячный? Да. А у него месячный. Сиди там. Внимание, второй номер. Четыре. Уно. Стой. Наше лицо убирай. Три. Патрон. Вот.
ты делаешь... О, ставь их там. Угу. Значит, там ты делаешь 20 отжиманий. Значит, затем канат. Поставь канат себе, приготовь. Нет, канат приготовь. Так. Так что случилось, Макс? Ладно, он больной, но ты-то же здоровый. Не готовишься. Что ты? Вот смотри, да, ты начал заниматься, вроде пошел, а потом... Так, канат, да? Теперь прыжки, выпрыгивания. Пресс где будешь делать? Вот здесь. Макс, поставь ему сюда мат. Да, он ляжет на мат и сделает пресс. Положи сюда вот этот мат. Стоп. Ага, вот так. Или тебя какой-то вирус сожрал? Какой-то вирус сожрал. Нет? Так, значит, отжимания. Потом ты оттуда делаешь выпрыгивание каната. Но не меньше 6 выпрыгиваний. Канат. После этого ты бежишь сюда, делаешь пресс. Получается 1, 2, 3, 4. И таких серий у тебя должно быть... там ты сколько делаешь? Да, сколько? 10, да? Хорошо, 6 выпрыгиваний, 1 канат. Но когда лезешь на канат, ты не лезешь быстро и потом туда. Спокойненько лезешь, аккуратно спускаешься. Потом бежишь сюда, пресс. 30. Хорошо. Готов? Сколько подходов? 5. Готов? И отжимаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Побежал. Максик. Прыжки. Назад. Я же сказал 6. Макс, дай мне этот, а то я такой лентяй стал, часы мои, там секундомер. Постарайся, чтобы 6 было. Да не надо, делай 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет, вот эти. Ну, это разве прыжки? Так, отойди, мне даже стыдно. Канат. Тихо. Идешь сюда и пресс. Вот. 20 раз. 1, 2, 3, 4. Стоп. А разверни вот так, пожалуйста, мат. Вот так. Еще. Вот так. Угу. Давай еще 15 у тебя. Еще 16. Пошел. Оставь. Давай. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, мате. Так, 30 секунд отдыхаешь. Можешь, кстати, взять и пнуть Макса. Он за тобой побежит, у тебя будет кросс. Так, хорошо. Макс не хочет попробовать? Без каната. Отжимания. А, не надо. Так. А это первый, еще 4. Сейчас мы время засекем. Приготовился. Отжимаем. Тихо. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Канат. О, выпрыгивание. Только ниже приседай. 1, 2, 3, 4, 6 раз. 5, 6.
пожалуйста, канатик. Аккуратно, аккуратно. И на прессик 20 раз. Вот. Так, уже 50 секунд прошло. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, doce. Стоп, отдыхаешь. Итак, прошла минута 20. Все, отдохни. На канат ты сделаешь по-другому. Ты залезешь на него и будешь держаться. Просто держаться. И ногами, и руками будешь висеть на нем. Не надо подниматься, просто висеть. Кататься не надо. Это будет где-то у тебя секунд 20 ты будешь висеть. А потом ты спрыгнешь и пойдешь сделаешь пресс. Вот смотри, да? Когда я вам даю делать что-то, вы так быстро делаете и так легко дышите. Вот как только Сергей Анатольевич начинает смотреть, сразу меняется картина. То есть люди устают, люди тяжело дышат и много не доделывают. Значит, вот для этого нужен тренер, правильно, Макс? Чтобы пить дюлей давать, ногами бить, эти, доктором Пилюлькиным, еще что-то, орать, кричать, что по-другому ничего не получится. Все, Кателин приготовился. Значит, делаешь 10 отжиманий, 10 раз пресс, 6 выпрыгиваний, и там висишь 20 минут, 20 секунд, 20 минут. Готов? Итак, хадживаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 выпрыгивания. Пять выпрыгиваний. Пошел. Раз. Только присели. Вот так. Два. Три. Четыре. Пять. Запрыгнул на канат. Я считать буду. Виси. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Мате. Побежал пресс. Старайся, когда висишь, тогда уже ногами не держаться. 10 раз. Пошел. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Отдыхаешь. Я ж тебе говорю, хочешь кросс побегать? Пни его и побегаешь. Ногой дай по заднице. Он за тобой будет бегать, и ты будешь... И хочешь ты, не хочешь, Кателин, тебе придется бежать. А вот быстро-медленно, это все зависит от Макса. Да, хочешь кросс бегать, ты не хочешь кросс бегать. А где собака? Вот, пнуть надо собаку или Макса, например. Ну, ах ты сволочь, и за тобой, а ты бежишь. Хочешь, не хочешь, убегать надо. Макс, не ломай. Сколько у тебя еще осталось? Да? Смотри. У тебя уже 100 грамм точно ушло. Это скачание 100 грамм. А ты сколько тренировался? Ты же не вспотел. А не вспотел почему? Потому что я обучением занимаюсь. То есть на каждой тренировке я обучаю. Показал через бедро. На следующей тренировке опять учим бедро. Мы уже совершенствовать должны. Мы уже количество бросков должны все... А они подворачиваются неправильно. Мне приходится опять показывать. Пожалуйста, приготовился. Вот в чем разница. Так. Макс хорошо покачался? Да? Готов? 10. Нет. Сделай лучше 5, но получше, чем 10, но плохо. Внимание, 5 раз. Готов? Джиме. Ниже. Раз. Два. Три.
4, молодец, еще разочек, 5. 5 выпрыгиваний. Вот это другой разговор, хорошее отжимание. А, прыгай, не надо далеко, просто прыгай и все. Вот, еще раз, хорошо, канат, 20 секунд. Старайся ногами не держаться. Сначала запрыгнул, уселся, а потом ноги не держишь, ногами не держишь. Пошел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стоп, пошел пресс. Вот, вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Минута отдыха и последний круг. Так я просил без ног. Но он сделал, он один раз сделал с ногами, а второй раз я попросил без ног. Но время дал меньше, 10 секунд. Ты же ногами держишься, то есть руки не работают. Но как бы так общий. Ноги вперед. У нас 60 килограмм был мальчик кучинский. Лазил 3 раза, 5 метров, и гиря висела 60 килограмм, и гиря 16 килограмм висела. И ноги под углом. А когда мы поспорили, я у него выиграл канат. Я, который вообще еле на канате двигаюсь. Опять хитрый еврей Сергей Анатольевич. Давай, котлет, еще раз и все. Макс. А, посильнее можешь? Да. Готовы? Хаджилы. Раз. Два, дурачок. Три. Четыре. Пять. Пять прыжочков. Так, Макс ушел оттуда. Пошел, пошел, пошел. Макс отошел. Раз, два, три, четыре, пять. Висим 20 секунд. Забираешься вместе с ногами. Вот, раз. И отпускаешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9. Мате, прессик. Давай, переодевайся. Влад, 13-го самбо. 13 марта. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Молодец. Значит что, Мак, помоги ему убрать мат. Сам, да?